How do you get this knowledge that is being explained in this verse? И также в этом стихе говорится, как можно обрести вот это духовное знание. How do you get that knowledge? Как можно получить это духовное знание? Что сказал Нарада Муни? He said by associating the great devotees. Он говорит, благодаря общению с великими преданными Господом. Devotee association. То есть благодаря общению с преданными. In the next verse, Narada Muni further elaborates on the theme of devotee association as a means to get detached. А также есть один замечательный стих, в котором Нарада Муни говорит о том, что общение с преданными — это способ обрести отречение от этого мира. So devotee association or spiritual association is a must if we want to make spiritual advancement. И общение с преданными, духовное общение — это обязательное условие, если вы хотите духовно развиваться. It doesn't matter how much spiritual knowledge we have. We need sadhu sangha. Не важно, сколько у вас духовного знания. В любом случае, мы все нуждаемся в саду-санге. And if we are fortunate enough to be in right association, you'll get the right knowledge. Если вам повезло, и вы получили возможность духовного общения, вы сможете обрести подлинное знание.